Акс? Что происходит? Блядь, это вот яма Питлорда, она душит. Она душит. Душит нереально. Душит, душит, душит. Я все поставил, 900+. Какая разница, какой коэффициент, правильно? Если вероятность 100% победы. International уже близко, поэтому не упусти возможность заработать на ставках на самый крупный киберспортивный ивент вместе с Pari Match. Регистрируйся, пополняй баланс любым удобным для тебя способом, переходи в раздел Киберспорт и выбирай свою игру. А еще специально от моего канала плюс 100% бонус за первое пополнение по ссылке под видео. Pari Match. Играют они, выигрываете вы. Бля... О, вы меня опять заставляете переключаться на игру Нави? Тут же игра посередине. Вот эта игра, 16-18. Я вам что, профессиональный комментатор? Я даже не поел сегодня, не позавтракал, потому что я проснулся, а игры уже идут. Питлор 15-го. Интересно, интересно. О, наконец-то землю забанили, я так понял. Потому что, ну, если он играет на HD, то забанили землю. Питлор, бля, какой-то кор. Джаггер, Ланая. Тайтхантер, Питлорд в одном пике. И Титан. Они... Это жестко, да. Это мясо. И у них всего лишь геркоптер кэрри. Ну, я не знаю, бля. Я вот это вижу, я не знаю. Интересный пик. Ну, это интересно. Базара ноль. Вопрос, как в лейте играть? Как играть на 50-й минуте потом? Ой, бля. Ой, бля. Как же грамотно. Просто, ну, подождали на крипах. Как же грамотно. Классика жанра. То есть геркоптеру нужно тащить. Он единственный здесь, как бы, ну, псевдо-лейт. Он даже, как бы, герой это, ну, такой. Он типа лейт, но не совсем, сами понимаете. Герой типа Луны и геркоптера называют псевдо-лейты. Лейты, но не совсем. Ну, типа, поняли, не убер-лейты. Не воид, не спектра. Лорд, Тайтхантер и Титан. Если уж играть такими героями, то, знаете, вам нужно, чтобы они все были корами. Все были со шмотками. Это единственный вариант. Когда они все тогда со шмотками. Когда Титан превращается в итоге в Кора. И там, ну, прокачивает таланты на Кора. А у него, стоп, у него забрали? У него был раньше талант на 25-м, который ему, ну, жестко его делал лейтом. Теперь я его не вижу. Я не вижу этого таланта. Он пропал. Ебать! Ебать! Ак забрал Аегис! Да-да-да. Ульт на кого? На одного героя? На ноль героев? На куртилку-то? Да все. Понял. Это разъеб. Что это был за ульт? Геркопти опять умер, даже не видел. Ноль ошибок. Они догоняют его или нет? А ульта поехала. Ну... даже пол хп не снес. Ну, от того, что было. Тупо жирнич. Не, ну так-то смотря на нетворсы. И знаю, что тут нету лейта. Наверное, все ясно. Лейт не на месте, нетворсы не на месте. На месте только жирничи. Но жирничи, двое из них тоже без нетворса. Только у одного жирнича есть нетворс. Ну, не знаю. Это типа потерпеть, знаете. Чисто пик, вот сейчас у них затерпеть еще минут 10, 15, 20. Ну, все равно проиграть, все равно проиграть. Шепот, конечно, Сакса с этого, который ворвался здесь так идеально. Как будто у него вижу на Рошане есть. О. Все, что Питлорд может. Вот его импакт был. Типа накинул 200 дэмэджа челику. Как бы даже Ланая по сравнению с геркоптером лейт. Блин, ну в этой игре понятно, что Дайер выиграли 100%. Я чисто ради интереса хочу почекать кэфычи. Надо зайти сейчас. Потому что, ну тут они проиграть, блядь, не могут. Это невозможно. Настолько 300% инфа. Это же фрисаб же. Прям вообще фришная. 1.19 всего лишь. 1.19. Ну блин, ну так мало. Но они точно выиграют. Это ж просто чисто фри средства в любом случае. В любом случае фри деньги. В любом случае, бля. Они ж не могут проиграть против такого пика уже. На такой стадии. Ну это просто нереально. Просто невозможно. Ну не могут же, правильно? Не, я не верю в это. Не может такого быть. Я, наверное, вообще все поставлю, что есть. Потому что нельзя проиграть, я знаю точно. Я вчера был уверен, но сейчас я никогда в жизни так не был еще уверен. Сейчас я более уверен, чем вчера с дровкой. Все, я поставил. Вам лучше не знать, сколько. Я, короче, поставил все, что было там. Ну, остатки после вчерашнего. Я поставил на коэффициент 1.19, что Дайер выиграют. Все, что было вообще. Все, что после вчера осталось. Вчера я поднимался уже до 1400. Потом обратно слился до начальных почти. До начальных тысячи. Сейчас у меня осталось вроде 900 с чем-то. Я все поставил. 900+.
на то, что Дайер выиграют. Какая разница, какой коэффициент, правильно? Если вероятность 100% победы. 100%. Но, как бы, повторюсь, не нужно меня повторять. Я уверен, что 100%, и мне похуй. Мне просто похуй. Лучше проебу, чем буду неуверенным в себе человеком. Только не смейте меня повторять, я вам не советую. Так, придал игре интереса дополнительного. У Титана даже нету таланта больше на лейт. У него украли талант на лейт. На 25-м был талант на лейт. Куда он делся, я не знаю. У него его украли. Ульт на одного. Сверхразум на саппорта. Научи. Все хорошо. Как это повторить? Сложно азиатов имитировать, когда ты даже не знаешь, какие они звуки произносят. Get some. Get some. Ну блин, слишком агрессивно, ну хай ты умер. А ёбаный рот. Ворвался, ты бы еще на Т4 ворвался. Серьезно, блядь! Серьезно, блядь! Я не верю в это! Вот сейчас бы ебаный кэф, кстати, ну, возрос. Лучше бы я сейчас поставил. Я, блядь, не верю в это! Вы помните, что вчера было? После того, как я ебанул вчера ставку, когда алхимик уже там был оверфармит, они сразу после этого пошли сдохли на Рошане в пятером. В пятером. И отдали Рошана. Эпик. Минус Аегис. Ебаный рот. Акс. Ебать. Второй раз! Ебать! Что происходит? Ай-яй-яй. Ай! 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 Вырубай! Пизда. Да пиздец. Ебать, сколько дэмэджа. Ё-моё. Лана никого убить не может. А что будет, если Лана умрет? Еб... Не, короче, всё. Ставки не моё. В пизду. Мне не получается ничего. Потому что, ну, это ж дотеры. Как можно вообще на дотеров ставить? Это дотеры. Дотеры. Жесть. Они не пробивают, кстати, вообще ни Тайтхантера, ни Питлорда. Питлорду похуй на весь дэмэдж. Ему просто похуй. Питлорд кэрри. Он сейчас просто задушит. Какой же я... Ой, блядь. Надо позавтракать. Вы знаете, как вредно не завтракать? Самое вредное, ну, в жизни, это не позавтракать. Можно не пообедать, можно не поужинать, но не позавтракать — это пиздец как вредно. Ты интеллект теряешь, когда не завтракаешь, буквально. Можно реально только завтракать по жизни, не обедать и не ужинать, и ты будешь здоровым человеком. Но если ты не завтракаешь, это пиздец. Титан купил броню, они просто, ну, бронируются. Что делать? Как это пробить, если противники дэмэдж не получают? И что? И ничего хорошего. Даже если накупит бабочку, у него не будет ДПСа пробить. У гиркоптера уже больше денег. Питлорд не пробивается ничем. Ничем. Нужна, не знаю, Марта с двумя рапирами и Муншардом. Самое печальное, то что Дайер даже игру не нужно выигрывать. Им не нужно игру выигрывать. Типа, они же и так в винерах, правильно? Им не нужно выигрывать. Да им похуй вообще. Им просто похуй на ту игру. Им же ее не нужно выиграть. О! Неплохо, что Shadow Demon въехало. Окей, окей, окей. Минус 2 уже. Блуд минус кор.
Пульт никуда. Ай, блядь. Окей, окей, нормально, нормально. Минус Акс. Блядь, это вот яма Питлорда, она душит, душит, нереально, душит, душит, душит. Яма Питлорда нереально душит, он еще прокачал талант на яму, ну разумеется. Она просто стоит и душит. У Питлорда топ-1 нетворс, да что это такое? 12+54, ну, пощади. Блядь. Вард. Тут, не знаю, рапиру покупать на Ланае в этой игре или что. Уже слотов, кстати, нету, ничего она не купит. Все, конец. Конец. Питлорд разъебал. Я в ахуе. Две ульты. Питлорд зарезал. Сколько у него дэмэджа? Что это? Что с дэмэджом? Что с дэмэджом? 732! Две рапиры, блядь! Пизда! Гоя, кстати, отдам МВП. А ладно, все, уже не важно. Я сейчас в таком шоке, короче, ну. Забейте, ставки не мое, я супер даун. Я прям супер даун. Я себя чувствую прям супер дауном. Прям повелителем даунов. Даже не хочу показывать. Ну, я не хочу даже, бля. Ну ладно, смотрите, ну это пиздец. Вот видите, смотрите. 937. Конечно, мораль уже просела. Мне нужно поесть, я не завтракал, это моя отмазка. Не завтракать очень вредно. Вы можете в этом убедиться. Ебать.